Бросок по воротам. Вот это было опасно. Видель не стал после отскока от лицевого бросать. Кришьянис Редликс. Еще момент. Пока по воробьям. Не хватает точности игрокам «Динамо». И момент! Но Келениус. Красиво, может быть, даже немножечко на публику сыграл в этом моменте. Красиво ловит шайбу в ловушку намертво Келениус. Вот, смотрим движение голкипера.